Неподалеку от деревни Василево в конце июля развернулись шатры фестиваля здоровья и долголетия, в которых более 30 специалистов знакомили участников с современными методиками оздоровления. Программа встретиться с людьми, то есть попробовать всякие практики, ну, чтобы ощутить качество жизни улучшенное. Вот. Банный фестиваль, то есть здесь был проходил тоже чемпионат банных школ, банных мастеров и массажистов. То есть главная тема – это здоровье? Да, главная тема – это здоровье, обязательно, в первую очередь. Более 100 участников фестиваля со всей России и ближнего зарубежья побывали на мастер-классах и тренингах по различным системам оздоровления. Всех желающих специалисты знакомили с методиками детоксикации организма, уникальными системами оздоровительной гимнастики. Также на фестивале здоровья работали мастерские массажа, детская площадка и мобильные бани, в которых каждый участник мог приобщиться к основам качественного парения. Около 15 лет я занимаюсь оздоровительными практиками. И с самой юности, еще более с давних времен, интересуюсь секретами парения, особенно славянского. Ага. Очень близка эта тема. Много лет занималась еще организацией праздников, поэтому у меня такое вот интересное название. У бани, баня у Снегурочки. Здорово. Но это все не только развлечение, да? Это ведь и здоровье. Конечно, это очень, очень оздоровительная практика. Дело в том, что людям не хватает в жизни сказки, очень не хватает детства. И поэтому основная задача человека не только оздоровить, но и сделать счастливым. И это очень хорошо получается именно в баньке. В Дмитровском округе Международный фестиваль здоровья проходит третий год подряд. И каждый год к этому движению за здоровье и долголетие присоединяются новые участники. В этом году на фестиваль приехал Борис Вишняков, создатель проекта «Слепые гонки», в котором незрячие занимаются автоспортом. Так, стреляем. Рядом с мишенью, левой нижней. А «Слепые гонки», а пес участвует в них? А пес, во-первых, помогает в процессе общения с курсантами. Помогает показывать трассу. Когда вот мы приходим на новую трассу, мы с ним проходим. Для него же это обычная дорога. Вот, мы проходим эту трассу. Дальше я курсантов вожу по трассе, показываю, объясняю в соответствии с определенной легендой. И вот в этом мне товарищ мой хвостатый помогает. Да и вообще, давайте прямо, как он может не участвовать, если это часть моего тела. Главная цель фестиваля, как нам объяснили его участники, это объединять людей, настроенных позитивно к себе и к миру, нацеленных на здоровый образ жизни и берегущих не только экологию тела, но и экологию духа.